попробую записать, потом выложить. Конечно, размер огроменский все равно будет, чую. Это место я вроде видал.
Спасибо, Соф. Давай, кто быстрее найдет кассету. Спорим, что я найду ее раньше тебя, Джефф. Скажите им правду, и пусть она предает их. Лишь правда способна изгнать нацистов из нашего родного города и вернуть вам то, что ваша фамилия. Verstanden, Kommandant. Verstärkung ist auf dem Weg. Хорошо. Зашибись, сестра. Ладно, Джесс. Тут хрена выгорает этих кассет, сестра. Засучи рукава и ищи, Джесс.
так, девчата? Не. Не, это не тут. Не, это не тут. Не. 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 Не здесь. Не, это не тут. Угадай, кто нашел кассету? Ты прямо как ребенок, Джесс. Сейчас грохну робо-солдата! С роботом-солдатом. Молодчина, Джефф.
Спасибо, Сол. Нигма у нас, Эбби. Вот и славно.
Ага. О, да! Вот это точно наш размерчик! Девочки, этот панцерхунд находится в одном из контейнеров. Вам придется обыскать их все. Рядом могут быть враги. Смотри в оба.
Нацистам. Чего?
Jawohl, Kommandant. Schicken Verstärkung. Нацисту не жить! Завалю эту нацистскую мразь!
Бедная псинка. Пошли искать Шварцебокс. Привет, Джесс. Я нашла что-то похожее на Шварцебокс. Что скажешь, Соф? Зачет, Джесс. Отнесем его Димитри. Нацисты! Они меня бесят! Чего?
расчислили. Verstärkung gewährt, Kommandant. Спасибо, сэр!
Помоги! Черт! Подбили! Выручай, сестра! Софи, помоги! Меня подбили! Джесс, ты круче всех! Ну, я снова в седле! Погнали! Getroffen!
Verstärkung! Солдата. Внимание! Разные источники донесли тревожную новость. В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Спасите больше людей, лады?
И готова к бою. Thank you.
тебя пушка, Джесс. Генерал Лакар прав. Вырвал из учебника. Jamais ça. Vous êtes incroyable.
свинья! Verstärkung zu Ihrer Position.
Передатчик для пенды у меня, Артур. Ну надо же, Кеннет. Thank you.
командант. Thank you.
Так, наделал я дополнительных заданий. Есть новости про Мо? Парфе. Это тот самый передатчик. Merci beaucoup. Как все прошло? Оки-доки, девчата. В этом Шварцебокс координаты одного из бункеров, где нацисты производят панцерхундов. Идите туда и уничтожьте блок, управляющий производством этих собак. Ладно? Ну, давайте. Хорошо. Так куда идти-то? Ты на карте пометил? Привет. Привет. Алло, есть новость? Спасибо, что добыли эти кассеты Лотара. Вы даже не представляете, как они помогут. Merci beaucoup. Так, у меня есть доступ ко всем данным на сервере первого брудера. Молодцы, девчата. Ты так больше не рискуй, Адет. Знаешь... Жизнь или смерть, мне плевать. Я хочу только одного – перебить всех сраных нацистов. Понимаю, но ведь нельзя же забывать и о себе. Слушай, Анри, мне больше незачем жить, кроме как мстить за свою убитую дочь. Да, я понимаю тебя, но… Нет, тебе не понять. Тебе не понять, насколько это страшно – хоронить собственного ребенка. И знать, что ее убийца до сих пор на свободе. Тебе не понять, Анри! Это да. Тут ты права. Я живу, чтобы уничтожать нацистов. Потом я просто умру. И все. Хорош. Отстань от меня. Да. Хорошо. Алло, есть новости? Эй! Супер девочки! Фелиситасьон! Вы спасли Нотр-Шера Миклода. Если еще не были, зайдите к нему на стрельбище. Ладно? Привет! Привет! Привет. Салют. Привет. Вот, спасибо. Я теперь ваш должник. Вперед! Советую опробовать мое стрельбище. Терпение и труд, мои зами. Салют. Привет. Страшновато. Я не хочу убирать.
нацистов из реально больших пушек. О, да! Вот это точно наш размерчик. Я в сопротивлении Нови, так же, как и вы. Мне приняли предсмертную реанимацию. Так, сколько? 2 часа. Сейчас запись остановим.